Мы возвращаемся в Таиланд. Кто был, тот помнит. Яркое солнце, прозрачно-лазоревое море, улыбки на лицах незнакомых людей и, конечно, загадочную юго-восточную экзотику, почти невидимых границ порока и чистоты. Таиланд не просто площадка для отдыха и развлечений. Это место силы и откровения. Мир в другом измерении. Здесь понимаешь, кто ты есть без денег и понтов. Паттайя – город парадоксов. Судите сами, коренное население – немногим более 100 тысяч человек, а на самом деле – больше миллиона. В допандемийное время сюда ежегодно приезжали примерно 6 миллионов туристов со всего мира. Основная религия – буддизм, поэтому здесь нет различий между историческим наследием и культовыми традициями. Памятнику основателю тайского королевского флота, адмиралу Пьян Ки Вагу, приходят не только поклониться, но и помолиться. Монумент находится на обзорной площадке, с которой открывается вид на город. Если здесь всегда полно туристов, то холм Большого Будды посещают в основном местные жители. Для них это место святое. В буддизме нет строгих правил, но все же тайцы не любят, когда их снимает видеокамера во время молитвы или религиозного обряда. Но для корреспондента телеканала из России сделали исключение. Из диких обитателей природы ближе всех змеи, обезьяны, слоны и крокодилы, которых едят в основном туристы. Опять крокодил. Местные предпочитают растительную пищу, а змеи для них как средство самовыражения. Отважные, много раз покусанные заклинатели готовы с радостью делиться своей любовью к пресмыкающимся, устраивая различные шоу и представления. За деньги, разумеется. Тот не был в Паттайе, кто не посетил место ночных развлечений Уолкин-стрит. Все, что нам кажется диким и бесстыдным, здесь считается нормой и средством постоянного финансового дохода. А улыбка – способ привлечения новых клиентов. Но как только становится понятно, что ищешь ты не то, что предлагают, к тебе, как к свободной личности, сразу пропадает интерес. Моральные принципы имеют здесь финансовую основу. Неудержимые страсти порочной любви не всегда безопасны. Но кого они останавливают? Многие только за этим сюда приезжают. Это такая же ценность для них, как для нас праздник, на котором не ждали. Туристов из России немного, но наши русские песни, наполненные новым смыслом, все громче звучат на тайских пляжах, дискотеках, барах и подворотнях. Goodbye. 31 декабря 2022 года, 18 часов 22 минуты.